Я думал, утону нахуй. Ногу выпрями. Усы. Дикая трансформация в преддверии выхода фильма «Тарзан. Легенда» продолжается. Отважные парни преодолевают испытания, становясь крепче и смелее от серии к серии. Настоящий Тарзан должен быть готов к любым испытаниям. В этот раз участникам предстоит плавание в ледяной воде, бег и комплекс упражнений на воркаут-площадке. По итогам испытания определится победитель, который получит защиту от вылета в следующей серии. Проигравший покинет проект. Всем привет! Вы на канале Body Money, и вы находитесь на проекте «Стань Тарзаном. Дикая трансформация». Как вы могли заметить, каждая съемка у вас становится все меньше и меньше. Слабые нас покидают, сильные выживают и получают иммунитеты. Так, а почему сегодня без футболки? Сегодня пришел мой день, и я выбываю. Почему? Ты сдался? Хочу быть таким здоровым, как ты, а кроссфит портит все мое мясо. Поэтому я решил, что я не могу дальше участвовать в этом проекте, потому что в дальнейшем я буду, соответственно, выступать. К делу нужно относиться ответственно. А, соответственно, параллельно делать два дела я не смогу. И поэтому я решил, что я приду и скажу честно, что я не могу участвовать в проекте. Ребята, сейчас у нас будет забег на время. Поэтому, чтобы ножки ваши, блин, бежали по дорожке, вон по той, а у кого они маленькие, надо их растянуть. А затем разомнем плечевой пояс, потому что далее у нас будет плавание. И чтобы также избежать нам всевозможных травм, будем разминаться по полной программе. Давай, разминаем. Стои в одну, в другую. Разворотики такие. В обратную сторону, в эту сторону. Обратно. Жара. Давай, сиськи работают. Давайте, сиськи веселые должны быть. Чуть сюда. Я так не могу. Ну, пробуй. Религия не позволяет. Гриффин дебют и такая. Ну, что это за выпады такие? Вы же побежите. Ой, черек упал. Давай, попрыгаем, попрыгаем все. Первым испытанием для участников стал забег на 100 метров. Даже Сергей Родин попробовал себя в беге. Белый и черный. Пошли, парни, давай, оп! Мощно! Раз, два, оп! Готов! Готов! Поттер! Конечно, готов! Эскобелиоса! Как там? Раз, два, три! Ребята, сегодня у нас бодрые, бодрые, как никогда. Даже я. Усейн Болт. Хоп, хоп. Следующей задачей было плавание. Несмотря на жаркую солнечную погоду, вода была очень холодная. Парни долго не решались на заплыв. Но вот нашлась первая пара смельчаков. Три, пешком. Два, один. Пошли, парни! А что-то и так близко-близко друг к другу. Я так вообще плавать не умею. Я тут как дурак сейчас. Да, каюрец наш молодец. Да? Поттер, если что, кричи. Мы спасем тебя. Давай, давай, Юр. До берега, Юрец. Бегом, 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 бегом. Фу. 59. Если достаешь, беги. Беги, беги, время здесь, время. Время, бегом. Давай. Здесь время считается, беги. В одном из испытаний, а именно плавании, за счет того, что вода была не совсем теплая, произошел небольшой инцидент, свело ногу.
И не только ногу, поэтому мышцы были скованы, было тяжело плыть, сбилось дыхание. Я старался как мог, видимо, здесь я проиграл свои драгоценные секунды. Марш! Я думаю, сейчас побегу прямо до буйка на эту. Андрюша! Слушай, хорошо гребет. Андрюша, мама смотрит, давай. Вентилятор свой включай. Давай, как подводный капитан Немо, давай. И побежал. Бегом. Давай. Мочи. Давай. 47, 51, ай. Номер. Я выжил. Один из лидеров, наверное. Давай. В чем секрет Андрюшки? Он губка Боб. Вот его в чем секрет. Он впитывает все. Поэтому он такой быстрый, резкий. Ну, сегодня была действительно борьба, такая конкуренция. Но мы быстро ее потушили. Ребята прыгнули в воду. Кто-то пытался грести, кто-то чуть не утонул. Но, в общем, было весело. На старт. Внимание! Он ходит как классный. Марш! Как же они хотят 1,5 миллиона, да? Вова, греби! Встали, пошли! Бегите. Давай, бегом! 52, 54. Очень неожиданное испытание нам сегодня приготовили, и даже не знаем, чего ждать дальше. Потому что никто не знал, что сегодня вообще будет плавание, все очень резко меняется. И трудно подготовиться, но мы стараемся и хотим быть ко всему готовыми и побеждать. Марш! Пошли! От них брызг, как я не знаю, блядь. Марш, иди пешком иди здесь. Вот это катамаран. Джоконда, давай! Ногами, Марш, греби! Ты уже здесь пол водоема уже выпил. Давай, бегом беги. Чапаев, давай! Давайте, еще нормально время. Бегом. Давай. Минута 0,2. Закон, да? Минута, 0,6. Алексею разрешили повторно проплыть дистанцию, потому что в первый раз у него свело мышцу на ноге. Этот факт вызвал споры среди участников. Мне кажется, так несправедливо. А чем, каким-то кремом ноги мажутся? Точно? Я не думаю, что он быстрее проплывет, он очень медленно плывет. Да все равно, да не справедливо. Да смысл? У меня нога свела, может я перебегу еще круг. Ну дайте ему последний раз усладиться. Ну, несмотря на то, что вода была просто ледяная, некоторые просто не могли зайти туда, но кто-то у нас первый подал пример, и все за ним подумали, я что вообще тут? Аутсайдер, и все бегом заплыв устроили такой, что прям вот массы, либо дорого посмотреть было, весь пляж прям сидел, любовался, как люди работают. Заключительным этапом стал комплекс из 3 упражнений. Будет комплекс, вы работаете 20 приседаний, а потом вы работаете сразу же 10 подтягиваний, потом, как настоящие тарзаны, вы ползете на руках вдоль перекладины, спрыгиваете и отжимаетесь 20 раз. Пишут все комменты, что мы отжимаемся, как девчонки, на ладошках. Короче, будем отжиматься сегодня на кулаках. Покажем вашим хейтерам. Поехал, оп. Давай. 4, 5, 6, 7, 8. Оп, поехал. 10, раз. На, выпрямляем руки. Что это такое? 5, 6, 7. На руках поехал. И оп. Руки, цепки и канаты. Мы ползем, употребляя маты. 1, 2, 3, 4. И так будет с каждым. 7, 8, 9. Оп, 51 секунда. Ребята, короче, задолбали уже хейтерить. Пишите вообще всякий вообще бред просто полнейший. Сидите там, едите свои чипсы и бутеры, типа, а-ля мастера спорта тут собрались. Идите, попробуйте 20 раз отжаться на скорость, 20 раз присесть и 20 раз еще что-нибудь сделать. И вот так вот все неожиданно происходит, поэтому вы там сидите на диване и давайте качайте дальше свой пресс. А мы будем качать пушки. 1, 2, 3, 4, 5. На самом деле я думал, что я проплыву намного медленнее, так как с плаванием у меня очень плохо. Не скажу, что я не старался, я выкладывался по полной. Пытался быть первым, несмотря на то, что у меня есть иммунитет на эту съемку. Но не получилось.
остановиться. Многие думают, что я зазнавшийся в этом проекте. На самом деле это так. Боди не страдает комплексом богов. На старт! Дети, вы готовы? Андрюша в бою! Два, полностью, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Улыбайся, на тебя мама смотрит. Какой 4? Он должен еще поклонникам своим еще привет передать. 7, и 9, и прыжок, оп, подтягиваешься, 10. Полная амплитуда. Что такое? Свело? Ну да, держи. Пошли. Ах, вот такое бывает. Вы же понимаете, что у нас хардкор? Ног выпили. Кусы. Сегодня во время съемочного процесса на определенном этапе у Андрюши сегодня свело икроножную мышцу. Но мы быстро его реабилитировали, потому что мы знаем, как работать в этих условиях. Андрю, на немножко соли пожри, с водой запей, с чипсами. Ну отжал. Сейчас натрий немножко поступит тебе. И водичка с солью. Ну магния, если нет, соль пускай. Когда я выполнял комплекс упражнений, я очень резко начал приседать. Тем самым меня свело ногу и не смог дальше продолжить. Но меня спасли, потом угостили чипсами, сказали, соль задержит воду. Но тем самым я чуть-чуть передохнул, и все прошло. У Андрюши нашего свело ножку. И сейчас он будет переделывать комплекс с самого начала. Доктор Айболит ее полечил, все хорошо с ним. У Андрюши хорошее настроение, животик не пучит, да? Нет. Все, готов? Да. Давай, тебе бодрячка дам. О. Раз, два, шустрее, три, давай. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, он десять. Он может бесконечно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре прибедняется, да, пять? Да, да, да. Шесть. Давай, давай. И оп. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, четко. Девять. Оп, умница. 51 секунда. Да, благодарю всех, кто там меня поддерживает. Спасибо, пацаны, от души. Добра вам. Спасибо маме и папе. В прошлый раз я не передал бате билет, он обиделся. Но теперь все нормально. Внимание. И марш. Давай, качай, качай, скоро вниз пойдет. Погнали. Полная амплитуда, давай. Сильнее. Мощнее давай. Пошел на руках. Хоп, хейла, выбирай. Так. Так. Хорошо. Кулаки. Минута 0-1. Артемий Троицкий со своей сольной программой 3 в 1. Поехали. Ниже. А вот хорошо. Улыбаемся и машем. Полная амплитуда. Я предлагаю там. Девчонки, выбирайте парней, выносливых. Мы вам скажем самое лучшее время. И оп, 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 оп. И поехал. На кулаках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Самый красавчик проекта. Ну что, малыш, полетели? Оп, оп. Чего вы все руки тянете ко мне? Они молятся. А, молятся, да? Лего, лего. Вот так надо делать. Оп. Да. Вот, помни, вот результаты, видишь, надо 6, их обогнать. 7, 8. Какие два раза ты не доделал, блин? Я доделал. Штрафные все 4 секунды. Мое субъективное мнение, то, что одно из самых сложных испытаний сегодня было, это проплыть 50 метров туда и обратно. Потому что кажется, да, легко, что там плыть. На самом деле это надо все на скорость. Если ты неправильно распределишь свои силы, ты доплывешь до буйка, да. Но на обратный путь тебе может не хватить сил, свести ногу,
и ты из-за этого можешь потерять драгоценное время и прийти последним. Теперь в бой идут одни стилисты, да? Развеем миф о стилистах. Так, поехали. Да что это такое? Три. Что ты так стриг своими руками? Давай. И раз. Кайф, как можно так быть? Еще. А потом еще покачаю, это твои последние. Давай. Вот здесь ты хорош. И раз. Два, пять, шесть, подъем семь, лопаток. Восемь, давай, сжимайся, жопу поднимай. Раз, два, три, четыре. Таз выше, пять, шесть, раз, подъем. Семь, вот, восемь, девять, оп. 54. Спасибо проекту за нереальную мотивацию. Благодаря этому проекту соблюдаю жесткую диету, делаю по несколько часов кардио в день, пытаюсь трансформировать себя, менять. Все это благодаря нереальной мотивации. Ребят, следите за проектом, следите за каналом, за нашей трансформацией. Мотивируйтесь и становитесь лучше вместе с нами. Мы уже видим, что ты готов, зафарширован, напичкан, тебя можно уже поджарить. На старт! Внимание! Марш! Пошла вода горячая, вода горячая, да? Давай, ну что это такое? Пошел. Маугли, ну давай. Хорошо, отжимается, его штормит. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Все, завершились все наши сегодняшние испытания. Вы даже не представляете, какая у вас серьезная... Не представляете. Серьезная борьба развернулась между вами и между лидерами, и между аутсайдерами. Худший результат показал Алексей. Худшему сегодня мы тоже вручаем маленький презент. От наших спонсоров, пожалуйста. Чтобы не сводили ножки, чтобы они бежали по дорожке, да. Чтобы зрение было отличное и морда симпатичная. Я сделал все, что мог, но, сами понимаете, 100 килограмм жира и мяса – это тяжело. Тяжеловато. Тут просто все дрищи по 80 килограмм. Но проиграл. Что делать? Это проект. Уходим с достоинством. Ну, хотя, может, я еще вернусь. Ставьте хэштеги «Верните Поттера». И все будет. В следующей серии мы всех просто вот так. А на самом деле, спасибо каналу Body Money за такой проект, за мотивацию, за то, что можно показать себя, развить себя. И есть куда стремиться на самом деле. Лучшее время у нас сегодня, как вы думаете, у кого? Это не так, должен сказать. Уху! Ну что, это что такое? Ребята, где кто это бы радость? Мог подумать? Где эта радость? Где эта радость на глазах? Сегодня выбыл Поттер. Я, правда, крайне не ожидал, что он выйдет из нашего проекта. Потому что его волшебная сила, оказывается, ему не помогла. Холодная вода равняет всех. Но крайне удивлен я был, что Андрюша стал сегодня первым. Губка Боб разорвал свои квадратные штаны и порвал просто весь олимпийский. Весь пляж кричал: «Андрюша! Андрюша!» Сегодня парни доказали, что они не только сильные, но и очень выносливые. В следующей серии участников ждет гастрономическое испытание прямиком из джунглей. Что будет дальше? Кто станет победителем? Мы узнаем прямо перед премьерой фильма «Тарзан. Легенда». Не пропустите!